Новосибирске всегда очень тяжелые выезды, атмосфера очень хорошая, команду поддерживаю, да. Зал немного нестандартный, он кажется уже, то есть всегда тяжело, но несмотря на это мы, конечно же, готовились, приехали побеждать, команда хорошо играла. Соперника что мы... Не получилось, ну не знаю, что, может, элементарно сыгранности за счет, может, отсутствия игроков, которые были в сборной. Это повлияло, вот, да? Но на это нельзя делать, как бы, основные из-за этого. Просто, ну, мы сами проиграли, сами допускали ошибки, позволяли контратаки соперникам. Что будет завтра? Ну, завтра мы, конечно, будем стараться реабилитироваться, потому что надо, нельзя, во-первых, отпускать вперед команду, надо набирать свои очки.